Здравствуйте, на государственном телеканале «Западная Армения». Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Поздравления Национального собрания Республики Западная Армения. Соболезнования Тессе Хоффман. Эдик Аванесян избран мэром Мартуни в Арцахе. Началось строительство дороги Сулдахавет в Джавахе. Будет объявлен конкурс на восстановительные работы древнего поселения Двин. Однажды мы все вернемся. Скрытая Армения, армянская семья Армена Бекерджоглу. Фотографии Арагюлера будут выставлены на торги в Константинополе. Национальное собрание с гордостью сообщает, что Жанна Барсегян, возглавляющая список партий Европы, экология, зеленые, победила на выборах мэра 2020 года в Страсбурге во Франции. Госпожа Барсегян, правнучка национального деятеля Западной Армении Саркиса Барсегяна, кого в 1915 году турецкие власти арестовали и убили, а также Перчей Барсегян Партиспанян, которая спаслась от геноцида и была избрана депутатом в 1918 по 1920 годы в составе партии Дашнак-Цюцюн. Как и везде, армяне Западной Армении, несущие семена цивилизации в своих генах, стали законопослушными гражданами и внесли свой вклад в процветание и развитие своих принимающих стран. Национальное собрание направляет самые теплые поздравления и наилучшие пожелания госпоже Жанне Барсегян, и мы уверены, она будет высоко ценить честь гражданина Франции и выполнять свои обязанности почетного мэра, не забывая принимать участие в строительстве и процветании своей родины, Республики Западной Армении. Мы еще раз поздравляем Жанну, сына одного из миллионов детей в Западной Армении, и надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество. Национальное собрание Республики Западной Армении выражает соболезнования немецкому ученому, преподавателю Свободного университета Берлина, члена Президиума Международной ассоциации по защите исчезающих народов и члена координационной группы, кто неоднократно призывал признать геноцид, совершенный Турцией против армян. Тесса Хоффман в связи со смертью ее любимого мужа Ламбро Савидиса. Дорогая госпожа Хоффман, мы желаем вам стойкости и мы уверены, что вы преодолеете великую печаль, которая постигла вас. Быть здоровыми. Председатель Национального собрания Республики Западная Армения Леонардо Басмадян. Мэром города Мартуни избран исполняющий обязанности главы города Эдик Аванесян, который набрал на выборах 772 голоса, сообщила после полуночи территориальная избирательная комиссия Мартунинского района Арцаха. В внеочередных выборах мэра Мартуни приняли участие 2467 граждан или 60% избирателей. В Ахалкиалакском муниципалитете началось строительство цементобетонной дороги Сулда-Месникян-Эринджа-Давния-Хавет. Общая протяженность реабилитируемой дороги составляет 2682 метра. Общая стоимость проекта 1 202 226 лари, 5% от данной суммы, то есть 60 111 лари, профинансирует местный бюджет. Остальные 95% – фонд регионального развития. На дороге Сулда-Месникян-Эринджа-Давния-Хавет ведется укладка бетонного покрытия. В целом будет отремонтировано 2682 метра дороги шириной в 4,5 метра и высотой в 16 сантиметров. Укладка бетонного покрытия обходится дороже укладки асфальта. Однако асфальтовое покрытие требует ремонта уже через 3-4 года после начала его эксплуатации. Как утверждает представитель дорожно-строительной компании Гурам Дагулидзе, если работы будут продолжаться такими темпами, тогда максимум через месяц строительство будет уже окончено. Завершился проектный этап работ по восстановлению древнего поселения Двин в общинах Набер Тараратской области. Работы по проектированию были выполнены компанией «Архитектурный офис Бетросян». Об этом в беседе с Армен Пресс рассказал исполнительный директор Фонда территориального развития Армении Артур Сагманян. На территории древнего поселения Двин предусмотрено восстановление и укрепление трех памятников. Это две палаты Католикосата и церковь святого Григора Катогике, которые на протяжении многих лет были под землей со всеми негативными последствиями. Работы в рамках программы развития местной экономики на кредитные средства, полученные от Всемирного банка, при софинансировании правительства Армении осуществляет Фонд территориального развития Армении. На первом этапе инвестиции составят около 145 миллионов драм. Артур Сагманян считает, что пока преждевременно говорить, какие-либо туристические инфраструктуры будут на территории древнего поселения. Двин – одна из исторических столиц Армении. Был основан в первой половине IV века. Развалины столицы Двин находятся недалеко от Еревана. Они включены в список недвижимых памятников истории и культуры Ханаберта. Территорию Двина в 1899 году изучил Николай Мар. Раскопки в Двине проводил и археолог Хачик Дадян. В советские годы раскопки древнего поселения Двин продолжили армянские археологи. За десятки лет благодаря раскопкам были раскопаны и изучены руины культовых и светских архитектурных сооружений на территории цитадели города и центрального квартала. О древнем поселении был опубликован ряд научных исследований. Представляем вам
совместный проект Найри Охикяна и спутник Армении. В этой статье автор представляет армян, проживающих в Западной Армении. Согласно данным турецких демографических служб, под кодом 02, под которым проходит Армения, в Адыямане зарегистрировано 40 тысяч человек, то есть примерно 15% населения. Когда речь заходит об армянах Западной Армении, нашей аудитории сразу приходит на ум криптоармяне Муша, Алашкерта, Сасуна или же Карса. Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что могут быть армяне не только не скрывающие свою идентичность, но и открыто о ней заявляющие турецкие СМИ, устанавливающие тесные связи с соотечественниками и даже создающими семьи с уроженцами своей исторической родины. Таких в Западной Армении немного, но благодаря некоторым смельчакам их с каждым годом становится все больше. Садек Бакерчоглу пытался связаться с соотечественниками еще в нулевых. Часто приезжал в Армению, знакомился с армянской государственностью. Он принял христианство и при крещении получил имя Армен. Живет в городе Кяхта региона Адыяман. Это историческое поселение в центре Западной Армении стало одним из основных концентрированных лагерей для армянских переселенцев. Полная статья доступна на нашем сайте. Подборка фотографий фотографа и фотожурналиста Арагюлера будет выставлена на аукцион 12 июля. Аукцион, организованный Константинопольским аукционным центром, будет транслироваться в прямом эфире. На аукцион будут выставлены 46 фотографий, рельефные, мокрые, подписи Арагюлера, напечатанные на бумаге из 100% хлопка, изготовленные из натурального волокна и нехимической бумаги, принадлежащей классу HFA, срок годности которых составляет от 100 до 300 лет. Среди фотографий вы можете увидеть портреты известных людей, а также различные города Западной Армении и Константинополя. Перед началом аукциона работы будут представлены в выставке Нишанташи в Константинополе. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сагмоз Иркчахумб Чуркугеш. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!